суды это решение. Мы сопротивлялись и проводили такие же пикеты и выражали недовольность, когда проводили судилище над украинскими нашими товарищами Компартии Украины. К сожалению, мы не смогли достучаться до олигарха Порошенко, мы не могли достучаться до соответствующих структур, международные организации, хотя они и выражали несогласие с этим, но страна есть страна, и там совершилось это неправосудное решение в судах, и Компартия Украины сегодня юридически запрещена, идет там преследование коммунистов. Вот наши несогласия мы сегодня и выражаем. Много писем, много идет телефонных звонков в наш адрес, чтобы мы выразили свое несогласие, а теперь мы пришли вот в посольство Польши, чтобы выразить это несогласие. Вы согласны с этим? Согласны. Тогда давайте мы вот сегодня выразим это несогласие, и я предлагаю, как депутат Госдумы, выразить его в том числе и речевкой. Руки прочь от Компартии Польши. Руки прочь от Компартии Польши. Руки прочь от Компартии Польши. Руки прочь от Компартии Польши.